Привет, меня зовут Яна, я говорю на эсперанто, каждый день, я болтаю с друзьями, болтаю с своей сестрой, каждый год я езжу на эсперанто встречи, иногда я езжу в разные города по работе, встречаюсь с спринтистами по дороге, знакомлюсь со спринтистами из разных городов с помощью паспорта Сервы. Я однажды съездила в Торонто, в Гренобль, в Риме встречалась с спринтистов. В общем-то, где угодно, где я была, я всегда находила спринтистов. И всегда было очень весело с ними пообщаться.